Всем привет! За окном заметно похолодало, и дома хочется проводить время с максимальным комфортом и уютом. А что может быть уютнее, чем теплые тапочки? Всевозможные сайты предлагают обувь для дома по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Если вы ищете тапочки для холодного времени года, обратите внимание на закрытые удлиненные модели с утеплителем, мехом, войлоком и толстой подошвой, который долго сохраняет ногу в тепле. Как правило, выделяют три основные группы домашней обуви. Первые для повседневной носки и работы по дому. Они обязательно должны быть из такого материала, который легко стирается. Вторая для отдыха и встречи близких друзей или родных в условиях домашнего приема. Чаще всего это мягкие тапочки с виртуозным дизайном светлых тонов. Третья для интимных встреч в вашем доме. Такая обувь должна сочетаться с бельем, быть на танкетке или маленьком каблучке. Домашние тапочки могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов. Кожа, замша, кожзаменитель – наиболее часто используемые материалы для мужских и женских тапочек. Они хорошо и долго держат тепло и при этом пропускают воздух. Резина и пена – популярный современный выбор. Такие тапки хорошо моются, прочны, устойчивы к повреждениям от многих химических веществ. Лен, велюр, полиэстер, шерсть или хлопок в качестве покрытия верха тапочек – отличный вариант, если предполагается частая стирка, в том числе и в стиральной машине. Тапочки для спальни и ванной, как правило, сделаны из мягкого велюра или махровой ткани. Эти два типа ткани удобны тем, что обеспечивают воздухопроницаемость комнатной обуви, тепло и комфорт для ног. Тапочки из велюра и махры подходят для дома или переменных климатических условий. В них часто используются прокладки из изоляционной ткани, что позволяет долго сохранить тепло ног в холодное время года. Для сурового климата также будут незаменимы тапочки с мехом изнутри. Выбор материала также зависит от личных предпочтений покупателя и цели покупки. На сайте Wildberries теплые тапочки сейчас можно приобрести со скидкой за 873 рубля. Их прежняя цена – 2299 рублей. Размерный ряд от 36 до 45. Махровые тапочки на противоскользящей подошве имеют плюшевую стельку и подклад, очень приятные на ощупь. Тапки шиты из дышащего материала, сохраняют тепло. У них аккуратные швы, гибкая подошва обеспечивает комфорт во время ходьбы. Есть выбор цвета и рисунка. На сайте Озон теплые тапочки фирмы «Фабрика хлопка» для дома предлагают со скидкой в 78% за 821 рубль. Материал – искусственный мех, не скользящая подошва. Тапки с ушками в виде зайцев. Есть выбор цвета. На сайте Яндекс.Маркет теплые тапочки для дома российской компании «Талария Голден» можно купить за 467 рублей. Их прежняя цена – 1100 рублей. Размеры от 36 до 41. Цвета – розовый, голубой, серый и белый. Тапочки выполнены в виде сланцев с открытым носом. Материал верха – искусственный мех. Стелька также выполнена из искусственного меха. Материал подошвы – противоскользящий, ЭВА. На сайте Biotextile комнатные тапочки можно приобрести за 357 рублей. Размер 36-38. Тапочки бордовые с открытым мысом изготовлены из качественной натуральной махровой ткани с толстой подошвой. Состав – 100% хлопок. Материал подошвы – ЭВА. Рекомендованы к использованию в спа-центрах, массажных салонах и гостиницах для удобства и комфорта клиентов. На сайте samaraortex.ru домашние тапочки продаются за 3450 рублей. Домашняя обувь имеет ортопедическую стельку. Страна-изготовитель – Хорватия. Размеры от 36 до 42. Ортопедические тапочки являются маломерками, поэтому их следует приобретать на размер больше. Обувь домашняя доктора Луиджи легкая, мягкая и очень удобная. Подойдет для профилактики плоскостопия, варикоза и связанного с ним отека ног. Также подойдут врачам и представителям других профессий, чей труд связан с длительным пребыванием на ногах. Подошва может служить показателем предназначения обуви. Тканевая или кожаная подошва говорит о том, что тапочки предназначены только для ношения в доме. Резиновая же подошва свидетельствует о длительном сроке службы обуви, заложенном производителем в свой товар, а также о том, что тапочки можно носить не только в доме, но и за его пределами. Новейшие же модели домашней обуви изготовлены на основе подошвы из пены, которая обладает так называемой памятью. Эта пена смягчает шаг, уменьшает травматизм стопы, коленей и бедра при ходьбе. Пена с памятью позволяет равномерно распределять вес тела на всю стопу. Именно благодаря этому достигается терапевтический эффект. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!